Организаторами выставки «Родина Победы Подмосковье» стали издательский дом «Комсомольская правда» и Банк Возрождения. Их поддержало Министерство культуры Московской области. Мытищи – четвертый город Подмосковья, где представили эту фотоколлекцию. Стенды с фотографиями расположены на улице Щербакова, напротив Ледового дворца «Арена Мытищи». Выставка посвящена подвигу жителей Москвы и столичного региона, оборонявшего сердце России осенью и зимой 1941-1942 годов. На фронт Великой Отечественной войны в 1941 году ушло порядка 45 тысяч мытищинцев, и более 20 тысяч из них не вернулись с полей сражений. В городе не велись боевые действия, однако он представлял собой так называемый сектор обороны, где защитникам давали отпор зенитные батареи и оборонные предприятия и сооружения. На фотовыставке можно узнать о советской банковской системе, которая в кратчайшие сроки перестроила экономическую модель хозяйственных расчетов. В годы войны было построено более 4000 предприятий и освоено 10 миллионов гектаров земли под посевные работы. Госбанк открыл 600 новых подразделений по всей стране для своевременного осуществления необходимых транзакций. Мы приглашаем всех мытищинцев вспомнить благодаря этим снимкам об уникальном, о защитниках Отечества, о воинах, о тружениках тыла и о жителях нашего города. Выставка пробудет в Мытищах 2 недели, а после ее смогут увидеть в Ногинске. Ранее с фотографиями ознакомились жители Волоколамска, Истры и Химок. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Мытищинский.